Ясно, что им мешает Россию, потому что это точно и ясно сегодня, что Уолл-стрит хочет война. Но Россия так хорошо играет и не отвечает на провокации. Это как шахматы. Россия хорошо играет. Дай бог. Но это мое мнение. Я вижу, Изинбаева такая симпатичная девушка, да? Я видел, что сказала в Кремле. Да. Потому что я хочу пробовать иметь встречи с ней. Я пробую. Через-через. Изинбаева. И это провокация против России. И даже я скажу дальше. 2 года назад я и мои друзья мне говорили, что мне сердиты мы не уверены. А мне уверен, что футбол в России будет. Футбольный чемпионат? Да. 2008. Я не верю, что будет. Будет опять провокации. 18 красивых стадионов, да? И для ничего. Это так будет. Я верю. Потому что украинские хулиганы с русскими футболками организовали бардак в Марсее и так далее. Это был, у них был украинский знак, да? Да. Да. И УЕФА, да, уже решил почти, как это, исключить. Исключить Россию. Да, это не русские. Я думаю, что будет огромная провокация против России через год, что футбол там не будет. Потому что есть два формы иметь, как это, дрога в крови. Наркотик. Наркотик от дроги. Первый пункт – это наркотика, как тестостерон и так далее. И второй наркотик для Уолл-стрита – это русская кровь. Если у кого есть русская кровь, это уже наркотика для Уолл-стрита. Окей. Понимаете? Да.